Привет, друзья! С вами снова я, Иван Фабро, я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу открыть четвертый розыгрыш наших подарков среди вас, среди своих подписчиков. И несмотря на то, что многим мои видео не нравятся, кто-то, многие люди ставят дизлайки под моими розыгрышами. Ну, я не знаю, конечно, почему, что они увидели там плохого, негативного. Ну, тем не менее, я не обращаю на это внимания. И иду вперед и делаю то, что я делаю. Я дизлайкерам желаю удачи. Ну и хочу сказать вам спасибо за то, что смотрите мои видео, мои подписчики, и участвуете в этих розыгрышах. Подвоха здесь никакого нету в этих розыгрышах. Буду с вами откровенен. Здесь несколько причин. Первая причина — это привлечение внимания к моему каналу и сделать какой-то приятный сюрприз кому-то из вас. Я не знаю, так как подарков была бы возможность подарить всем, подарил бы все всем. Но такой возможности нету, и методом розыгрыша кто-то получает этот подарок. Ну, так бывает. Ну, суть не об этом. Дело не в этом. Хочу предложить к розыгрышу, который мы проведем 1 июля. Ну, возможно, так как работы много на пасеке, может розыгрыш сдвинуться на день раньше или день позже. Ну, я буду привязывать 1 июля. К этому времени я хочу, чтобы, хочу разыграть вот такой вот подарок. Это электрический нож Гусея Юрия Михайловича. Это классный нож, у меня их два на пасеке, не считая станка по распечатке от Юрия Михайловича. И я думаю, что я лично доволен ими. И я думаю, что каждому пчеловоду, несмотря на то, что опытный, неопытный, начинающий, не начинающий, вчера вы пасекой занялись или уже давно, на распечатке меда это будет очень хорошим помощником вам на пасеке. Так что, друзья, приглашаю всех вас поучаствовать в этом розыгрыше, и, возможно, именно вам повезет на этот раз с подарком, вот таким вот подарком, как электрический нож Гусея. Делает эти ножи, классные ножи, город Черкассы, Гусей Юрий Михайлович, кооператив «Павик». Кооператив «Павик» – это пасечный производственно-инновационный кооператив. Находится в городе Черкассы, Украина. Уже 7 лет как занимается производством инвентаря и оборудования для пчеловодов. Несмотря на свой молодой возраст, продукция предприятия известна многим пчеловодам, пользуется заслуженным уважением и спросом, как в нашей стране, так и за рубежом. Кооператив «Павик» выпускает ножи пасечные, распечатыватели сот, воскотопки, воскопрессы, электрооборудование, станки сверлильные, прицепы, оборудование для получения перги, ну и так далее. Преимущество кооператива «Павик» – это уникальность, это надежность, это профессионализм, индивидуальный подход. Вот такой вот нож мы разыграем 1 июля. Но к этому времени нужно посмотреть это видео, поставить лайк под этим видео, поделиться видео в социальных сетях, ну и оставить комментарий. Оставить комментарий надо обязательно, по ним мы будем определять победителя. Как бы условия акции остались неизменными, ну я их вам маленьким тизером сейчас напомню. Начнем с условия розыгрыша. Для того, чтобы стать участником, нужно быть подписчиком моего канала. Для этого нужно подписаться на главной странице канала или под самим видео. Кстати, не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Участие в розыгрыше могут принимать все, но при условии, что победитель заберет подарок в Украине. Дальше. Нужно поделиться видео в социальных сетях. Там, где вы есть, там, где вы зарегистрированы. Это могут быть ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Facebook, Twitter и другие. Поставить палец вверх, мне нравится, и обязательно оставить комментарий, так как победитель будет определяться по комментариям с сервисом Tubers.ru. Ну, вроде бы все. Вот такие, я думаю, несложные условия розыгрыша. Все, друзья, условия акции мы знаем,
подарок, который мы разыграем среди подписчиков, мы тоже знаем. Я приглашаю всех вас поучаствовать в этом розыгрыше. Не стесняйтесь, присоединяйтесь, смотрите мои видео, участвуйте в розыгрышах. Ну и пускай удача улыбнется именно вам. Все, друзья, я желаю вам всем удачи. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.